Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Как приятно, друзья, вспомнить прошлый сезон, посмотреть на эти сочные грозди винограда, из которых мы приготовили очень вкусное вино, которое стоит сейчас у нас в погребе, радует глаз. Первую дегустацию мы провели на Новый год. Приготовили очень вкусную сангрию. Рецепт есть на моем втором канале Алла Назаренко. Ссылочку оставлю под видео в описании. Вот так виноград у нас плодоносил. Положили лозы на зиму, укрыли. Приготовили вино. Это вино еще с осадком, еще не снята с осадка. Рецепт приготовления такого вкусного домашнего вина есть на моем канале, также ссылочку оставлю вам. Очень много просмотров, очень многие люди уже приготовили по моему рецепту. Мне очень этот рецепт нравится, потому я вот снимаю это видео и показываю людям, что я своему рецепту не изменяю. Безусловно, есть множество рецептов приготовления домашнего вина. Но я вот начала по этому рецепту готовить. Вино получается янтарное, очень-очень вкусное. В этом году я только вот чуть изменила рецепт. Вместо сахара добавляла старое варенье. И ни грамма не пожалела. Очень вкусное вино получается. Ну, бывает, вот варенье застаивается, много законсервируем, засахаривается. И можно прекрасно, вот, согласно моего рецепту, вместо сахара по этому же весу закладывать варенье старое. Получается вкусное. Вкусный напиток, вкусное вино. Вот мы уже сняли его с осадка. И, как я уже говорила, пробовали на Новый год. Готовили напиток сангрию. Добавляю в разные соуса для мяса. Ну, это, конечно, находка. Очень вкусное вино. Прекрасный рецепт, повторяю, обязательно. Зайдите на канал, посмотрите рецепт, кто не видел, а кто видел, сомневается. Вот показываю вам, готовлю по этому рецепту опять домашнее вино. До новых встреч. Пока-пока, мои дорогие.